нас он несколько раз менялся, но в последнее время он состоялся такой терракотовый, вот, и поэтому, конечно, вот чтобы общий такой ансамбль не нарушался, архитектурный, вот, потому что действительно здание историческое, середина 19 века, и, конечно же, мы знаем, что это бывшая горная лаборатория, главная химическая лаборатория Барнаульского серебро-плавильного завода. Поэтому памятник истории архитектуры федерального значения.